Ехала в город, иду в парикмахерскую. Вышла из парикмахерской, не дали там снимать. Вот рекламируют цирюльник. Пошла дальше. Гуляю по Ленинскому проспекту. Мы находимся на окраине города. Справа у нас магазин «Твой дом». Едем дальше. Заехали, закупили корм индюкам и курочкам. Ну вот мы уже дома. Собрала чесночные стрелки и сейчас прогоню через мясорубку, сделаю намазку. Но я обычно прогоняю, замораживаю в морозилке. А потом добавляю, ну, куда, в соусы, борщ, куда угодно. А это подсмотрел у одной из подписчиц, и вот решила так сделать, попробовать намазочку. Потом покажу. Вот, прокрутила, сейчас добавлю майонез сюда. И посмотрим, что у нас получится. Если сделала немного, на пробу. Если пойдет у нас, прокручу оставшись. Если нет, посмотрим, что-нибудь еще сделаем с этого. Сейчас перемешаю, покажу вам. Ну вот, я закрыла уже. Сделала вот такую бодейку. И сделала бутерброд. И скажу вам. Ну что скажу. Майонезик, наверное, добавить надо. Подсолила. Ну, с борщичком так вкусно пойдет. Для разнообразия иногда. Ну, ничего. Думаю, что майонезику надо добавить. Вечером собрала немного клубнички и засыпала сахаром. Не стала замораживать. Сейчас вот проварю, прям доведу до кипения и все, и оставлю. И так до 3 раз. И получится вареница вкусная.
Вот уже закипает. Сейчас еще немного закипит как следует. И я буду отключать. Варить не буду, чтобы яблоки были целыми. И так до 3 раз. Да, еще забыла сказать, что я не перемешиваю, дабы не повредить структуру ягодок. Видите, закипает уже как сиропчик. Думаю, сейчас я отключу. Так, хочу еще себя побаловать. Сейчас морозильник. И сделаю себе мороженое банановое. Иногда надо себя баловать. Покажу свои розы. Смотрите, сколько бутончиков и села тля. Не знаю, как обрабатывать на небе. Да, может быть, обработать. Вроде бы тучек мало. Сейчас, наверное, обработаю, скорее всего, розы. Скоро зацветет. Так, анютины глазки цветут. Это мой уголочек. Вот такой. А это роза. И укрывала. Ну, видимо, устарела. Вот сейчас тоже обрежу верхние вот эти вот. Хотя там листики есть. Но я их обрежу. Не знаю. Наверное, обрежу. Там вот снизу росток дало. Снизу-то зацвело вон. Розочки, смотрите, какие. А здесь ничего толку не будет. Я сейчас все это обрежу. Да, скоро мои лилии зацветут. Здесь у меня розочка цветет. Там обрезать надо необрезанные. Смотрите, как. Ну, и так оно у меня сидит в уголочке здесь. Ну, и немного красоты. Не оторвать глаз вот от этой красоты. Смотрите мои помидоры. Сейчас буду полоть. Что есть. Травище после дождя какая. Помидорки хочу вам показать. Здесь получше надо подвязать. Цветут шикарно. Но нужно обрабатывать, полоть срочно и рыхлить. Видите, что творится у меня. Здесь вот в начале капуста ужасная. Я подсаживала, потому что муравьи лопали. А там капустка ничего, пошла. Пошла вот капустка. Ну, вот так. Огурцы тоже сидят на месте. Что-то в этом году им не погода. Немного помидорочки завиднелись. Вот эту траву, которую срубила, соберу и дальше. Что здесь табачок. Махорку, вернее, табачок мы в этом году не сажали. Это махорка уже растет. Там фасолька бушует.
Открыла огурцы. И смотрите, что творится. Какая травища растет под укрывным материалом. Хотя уже не раз пропалывали. Сейчас все это уберу. А огурцы не очень, не очень. Совсем сидят на месте, не знаю. Конец месяца, они уже должны лежать с огурчиками. Ну, к концу лета, может, вырастут. Что еще хочу показать. Вот это покупали картофель в магазине на еду. Ему уже понравилось. Вот он посадил две картошечки. Они проросли. Смотрите, какие хорошие кустики прям такие. Удачно. Посмотрим, что за картошка будет. Удачные кустики. Два кустика.